предлагаю тебе покататься. Мы, короче, что тут нашли? Мы нашли еще тропинку во дворе целую. Классную, зеленую. Давай, кстати, в нее пройдем. Только не ломай кустики. Вот, кроме всех елочек, парков и всего остального, еще нашли тропинку. Хотим пойти посмотреть, куда она ведет. Трех огромных фонтанов, которые я жду, не дождусь, когда включат. Вот там еще вдалеке что-то есть. Я говорю, мы это гора. Идем посмотреть, что там есть. Вау, интересно, кто будет за зданием? А это дом еще один жилой, наверное. А может быть, это еще один офис будет. Наверное. Да, у нас тут через заборчик офиса Газпрома. Через маленький заборчик. Так что очень-очень безопасно, назовем это так. Их охраняют два забора. Один зеленый, другой железный. Елочки вообще какие громадные. О, они через как бы забор виден уже холм. Чтобы вы понимали, елочки в два раза выше меня. Сейчас. На, покажи. Что елочки в два раза выше. Так. Там холм, мама. Холм? Да, смотри, видишь, через забор зеленый уже видно холм. Так, подожди, а как же туда пройти через забор? Это же да, территория заканчивается. Через забор. Ой, а, да? Там есть проход, да? Да. Ну, сейчас мы найдем. И мама покатается. Так, мужики раскутеры оставили в беседке. Хорошо. Ну, вот эта дорожка, действительно, я не знала, что это такая еще дорожка клевая есть. Вон холм. Вот он через маленький заборчик у нас. Тут офис. Короче, километры прогулочной территории. Вот нет, же смотри, вот же ворота. Вот холм, мам. А, ты про этот холм? Да. Я думала, ну да, я тут никогда не была, ты прав. Кстати, я катался с этого холма. Ну тут зимой, видимо, горка, да? И сейчас. Ну все, ну дошли до края света. Вот он холм. А это, видимо, тоже офисы, да? Кстати, Газпромовские если... идут. Я с этого холма очень много раз катался. Страшно. Да, а вот эта вот дорожка, я бы вообще я бы на гироскутере не рискнула с нее. Это просто лихо. Женя, не надо, Женя! Сейчас заставлю, придем, заставлю тебя. Женя, не надо, пожалуйста. Ну зачем ты? Это нету же льда. Жень, ну не надо, ну зачем ты на траве будешь на грязной кататься? Я не катаюсь. Возвращайся. Возвращайся, сейчас придем, заставлю тебя стирать на руках свои джинсы. Я залезу. Давай, давай. Мальчиков ругать за грязную одежду нельзя, потому что... Потому что это необходимый атрибут жизни. Да, Женёк? Ага. Короче, мы нашли край планеты. Вот такая подсветка прикольная. Сейчас темнеет, будет садик светиться. В дворе у нас. Тут, кстати, бегать можно. Тут нормально. 4 километра, наверное, точно будет вокруг-то двора. Вот так мы нашли край планеты. Какая луна! Что там? Луна какая круглая. Ты видишь? И очень странная. Розовая. Не передает, конечно, телефон такие цвета, какие есть. Но очень красиво. Это солнце будет на телефоне. Это уже луна, по-моему. Думаешь, что солнце садится? Нет, будто. Это... А, ну будто бы, да. Так вообще не видно. Но очень красиво. Ну все, теперь пока.